Всем привет! Вот мы связали на прошлом занятии голову нашего будущего котеночка. И сегодня мы продолжим вязать. Будем его тельце делать, туловище. Мы начинаем туловище с магического круга из 6 петель. Если вы не знаете, как делать магический круг, если вы только-только ко мне присоединились, самые первые приемы вязания крючком, если именно магического круга, Magic Loop, он так называется просто потому, что по-английски он называется Magic Loop. Поэтому волшебный кружочек. Там вы научитесь во всех подробностях его делать. Мы же работаем дальше. Итак, нам нужно набрать 6 петелек. Для туловища мы начинаем из 6 петелек. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть петелек. Проверяем себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Полностью набрано у нас 6 петелек. Затягиваем кружочек. Вот он затянутый. Вешаем маркер. Я использую обычную булавку для волос. Шпильку. И второй круг. Прибавка в каждом столбике. Провязали до последней петельки. Не забыли сделать прибавочку. Вот так вот. В результате у нас получилось 12 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель. Вяжем третий круг. В третьем круге одну петельку я провязываю столбиком без накида. А следующая петелька у меня пойдет с прибавкой. То есть один столбик без накида. И вторая прибавка. И дальше иду столбик без накида. И прибавка. И столбик без накида и прибавка. Столбик без накида и следующая петля прибавка. Столбик без накида и в следующей петле делаю прибавку.
Опять столбик без накида. И в последней петле прибавка. Переношу маркер на последнюю петельку. И теперь дальше четвертый ряд. В четвертом ряду я делаю 2 столбика без накида. Вот раз. И вот 2. И в третьем уже, только в третьем, я делаю прибавочку. Два. И опять 2. Раз. Два. Раз. Два. Прибавка. И продолжаю в этом же духе до конца ряда, до маркера. Вот мы закончили с вами четвертый ряд. На последнюю петелечку я повесила маркер. И мы вяжем дальше. У нас 3 столбика без накида. Раз. Два. Три. После чего мы делаем прибавочку. То есть мы идем по схеме шара. Мы с вами делаем пока просто точный шарик. Итак, еще 3 раз. 2, 3. И прибавочку. Раз. Два. И так до конца ряда мы продолжаем прибавлять. И вот я довязала до последней петельки, сделала прибавку в последней петле. Так как я сейчас иду по классическому кругу, то у меня всегда в последней петле получается прибавочка, 2 петельки. Но вот со следующего ряда, то есть с 6 ряда, когда уже мне нужно прибавлять после каждых 4 петель, я сделаю сдвиг. Вы помните, мы делали его уже при вязании головы котеночка нашего. То есть я сделаю сдвиг для того, чтобы избежать вот этих вот квадратностей. То есть я сейчас провяжу 1 петельку, столбик без накида сделаю, и вот с этого момента буду отсчитывать 4. Раз. Два. Три. Четыре. И вот теперь сделаю прибавку, то есть из одной петли поднимаю 2 столбика. Вот она прибавочка. И у меня получился сдвиг. То есть сначала вот шли прибавки такой лесенкой, и эта прибавка у меня сдвинулась, благодаря чему более округлая форма будет получаться. И дальше до конца я продолжаю ту же формулу. 4 столбика без накида и прибавочка. Вот 3. И 4. И теперь я делаю прибавку. 1 и 2 из той же петельки. И вот снова то же самое. Вот у нас сдвиг получается. И в том же режиме до конца ряда вяжем. В конце ряда мы с вами встретимся вновь. И вот смотрите, я довязала до конца
ряда у меня осталось, сделала прибавочку, и у меня остались еще 4 петельки. То есть вот их я как раз провязываю. Раз, два, три. И четвертая петля, самая последняя, с маркером. Перевешиваю маркер, чтобы у меня ничего никуда не потерялось. И вот эту последнюю прибавочку я поднимаю уже из петли нового ряда. Ничего страшного, все нормально. И вяжу дальше по схеме. 5 столбиков без накида, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. И делаю прибавку. Раз, два. И дальше следующие 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. И прибавка. Раз, два. Как видите, у нас идет кругленько все. То есть исчезают вот эти вот ребристости, они исчезают. И идет, мы сделали один сдвиг, второй сдвиг я делать не стала, потому что и так все хорошо, идет кружок, все по кругу у нас красиво и удобно. И вяжем дальше до конца ряда в том же режиме. 5 столбиков без накида и прибавка. Так я провязала до конца ряда, перевесила маркер, и у меня последних оказалось 1, 2, 3, 4, 4 только получилось. Я довяжу, то есть в следующем, в 8-м ряду я довяжу еще вот эту последнюю прибавочку. Она у меня сюда ушла, потому что я делала сдвиг. Ничего страшного, абсолютно нормально, потому что дальше следующие ряды, то есть 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, я вяжу без изменений, то есть просто по прямой. То есть просто вяжем без всяких изменений. И встретимся уже мы с вами в 15 ряду. То есть до 15 ряда никаких изменений. И вот я закончила провязывать 14 ряд, повесила маркер. Напомню, что просто вязала по прямой. И 15 ряд я начинаю убавлять. Провязываю 5 петель, 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. И убавляю потайным способом. Подхватываю одну полупетлю, подхватываю вторую полупетлю, то есть за стеночки, протягиваю ниточку рабочую в обе полупетелечки и столбик без накида.
кто не умеет вязать вот эти потайные петельки, но хочет поподробнее увидеть, проходите в мое видео «Как вязать шарик». Там я очень-очень подробно показываю. Раз. Здесь я не буду подробно останавливаться. Два. Три. Четыре. Пять. И снова сокращаю. Опять половинку петли, половинку петли. Протягиваю нитку и столбик без накида. И так до конца ряда. Вяжу до конца ряда. 15 ряд я закончила, перевесила маркер на последнюю петелечку. 16 ряд просто вяжу без изменений. 16 рядочек — это у нас будет такая как бы шея нашего котенка. Нам здесь нужно сделать удлинение. Поэтому я просто вяжу 16 ряд без каких-либо изменений. Так, перевешиваю маркер. И 17 ряд я снова сокращаю. 4 столбика без накида я провязываю. Раз, два, три, четыре. И сокращаю. И снова раз, два, три, четыре, и сокращаю за передние стеночки. И так до конца ряда. Итак, 17 рядок у меня закончен. 18 ряд — это последний ряд нашей тушки. 3 столбика без накида я провязываю. Раз, два, три. И сокращаю. Раз, два, три, и сокращаю. Раз, два, три, сокращаю. Раз, два, три.
Сокращаю. Раз. Два. Три. Сокращаю. И раз. Два. Три. И я уже могу убрать мой маркер, сократить последнюю петельку. Сократить последние петли. И все, мы закончили тельце нашего котика будущего. Сейчас я могу обрезать нитку. Но я оставлю чуть-чуть побольше, потому что этой ниткой я буду пришивать тельце к голове. Поэтому нужно немножечко побольше оставить. Вот так. Чтобы хватило ниточки. Все, сейчас мы набивать тело не будем. Мы его отложим. И пойдем вязать дальше. А теперь мы вяжем лапки котика. Начнем с тех лапок, которые у нас нижние, с ножек. Вот наш котеночек. И мы сейчас свяжем ему нижние лапки. Вот они такие маленькие, поэтому мы их сейчас быстренько сделаем. И потом сделаем ручки. Для этого нам нужно волшебный круг из 6 петель. Набрать волшебный кружок из 6 петелек. Вот так вот. Так, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все верно. Затягиваю. Замыкаю кружок. И провязываю как стандартное начало любого круга. То есть прибавка в каждой петле. То есть снова захожу в ту же самую петлю и делаю еще один столбик без накида. И только потом в следующую столбик и еще один столбик. То есть в каждой петельке я провязываю по 2 столбика. Так, вот я связала этот маленький кружочек. И теперь третий ряд я просто провязываю без изменений. Без всяких изменений просто вяжу. Thank you.
Я здесь не стала, так как лапка очень маленькая, я не стала вешать маркер, потому что я и так вижу, вот у меня начинаются петли. То есть вот это вот последняя. Вот, значит, у меня уже связан третий рядок. Четвертый ряд то же самое, просто продолжаю вязать по кругу. Здесь я, пожалуй, повешу маркер. Вот так вот. Все-таки с маркером удобнее. В принципе, оно видно, конечно, где вы находитесь. Но с маркером об этом просто не задумываешься. Так все понятно. Все-таки это удобнее. Так, еще один. И сейчас нам нужно от пятого рядочка связать половину. Мы свяжем половину вот до середины петель. Это у нас получится. Сейчас я даже посчитаю для вас. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, да, 6 петель. Вот до половины, от маркера до половины. Все, маркер нам не нужен. Вытягиваем ниточку. Лапку нужно выгнуть. Она у нас вот в эту сторону смотрит. И тоже оставляем ниточку. Ну так тоже чуть-чуть побольше. Без фанатизма. Чтобы ей пришить. Потом легко было к туловищу. Вытягиваем ниточку. А эту можно даже не обрезать. Она пойдет в набивку лапки. Вот у нас лапочка номер один. По аналогии вяжем лапку номер два. Так, вот две наши лапочки. Вот такие вот лапочки нашего котика. Вот он, наш котик. То есть лапочки мы сделали. И теперь мы делаем ручки котику. Из того же самого цвета. То есть у нас идет основной цвет тельца. У меня он вот такой яркий зеленый. Вы можете брать любой цвет по вашему выбору. Для ручек я делаю Magic Loop. Все тот же волшебный наш кружок, но всего лишь на 5 петелечек. Пять петель я набираю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно. Закрываю кружочек. Замыкаю. И второй ряд стандартным образом увеличение делаю в каждой петле. Один столбик с накидом, из той же петельки второй столбик с накидом. В каждой петле увеличиваю.
Вот я закончила рядочек. Третий ряд. Третий ряд без изменений. Просто по кругу. Раз. Два. Три. Четыре. Еще один перевешиваю. Четвертый ряд по кругу. Без изменений. И всего мы вяжем 7 рядочков. Вот таким вот образом мы проходим 7 рядочков. И вот они готовы, мои лапочки. Лапочки моего котеночка. Это верхние наши ручки. И теперь я берусь за вязание ушек. А вот у нас ушки должны быть. И как вы видите, ушки разного цвета. То есть я повторю это в двух цветах. Я один возьму цвет основной тушки, и второе ушко я сделаю вот таким вот розовым. Я буду показывать на зеленой пряже по-прежнему. Просто потому, что на видео она лучше выглядит. Не так контрастно, не выбивается. Итак, ушко мы вяжем, начиная с магической петли на 6 петелек. Магический круг на 6 петель мы делаем. Вот таким вот образом. Вот наша петелька. И набираем 6. Затягиваем петелечку. Вешаем маркер. И сейчас будет очень необычная схема. Я попрошу внимательно.
на нее посмотреть, на эту схему, потому что ушко вяжется необычно. Значит, первую петелечку мы провязываем, а вторую делаем увеличение. Вот из второй петелечки прибавочку. Следующую петлю мы снова провязываем столбик без накида. И следующее увеличение. Следующую опять провязываем столбик без накида и последняя петелечка увеличиваем, увеличение. Вот такой вот у нас необычный первый ряд. В результате чего закрыли наш кружок плотника, в результате чего у нас получается кружок из 9 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно себя проверить. 9 петель. И теперь третий ряд тоже вяжется очень необычно. Захожу в петлю. Первую петлю провязываю. Столбик без накида. Во второй петле увеличение. Добавочку делаю. Дальше я провязываю 2 петли столбиком без накида. 1, 2. И в следующий увеличиваю. Добавление делаю. Потом еще раз столбик без накида, еще раз столбик без накида, то есть снова идут 2 столбика без накида и увеличение. В предпоследней петле увеличение и последнюю петельку я просто провязываю столбик без накида. Перевешиваем. То есть мы сейчас будем вязать ушко очень вот таким вот необычным способом. Это делается для того, чтобы создать конфигурацию правильную выгнутого ушка. Значит, это мы провязали третий ряд. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и увеличение. 1, 2. Еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и увеличение. И снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И увеличиваю прибавочку. В последней петле делаю прибавочку. Перевешиваю маркер. Пятый ряд. В пятом ряду сначала 2 столбика без накида. 1, 2. Потом 4 столбика без накида. Увеличиваю, нет. Сначала увеличиваю петлю. Увеличиваю. Вот добавочка. Да, провязали 2 столбика. 1, 2. Увеличили. Теперь 4 столбика без накида. 1,
два, три, четыре. И увеличение делаю. Прибавочка. Раз, два. Еще раз 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. И прибавка. Раз, два. И завершаю этот круг 2 столбика без накида. Раз, два. Перевешиваю маркер. Вот видите, у нас одна сторона формируется длиннее, как бы, чем другая. Так, шестой ряд. У нас простой. Мы вяжем 5 столбиков без накида и потом прибавочка. Раз, два, три, четыре, пять и прибавка. И снова раз, два, три, четыре, пять и прибавочка. И последнее. Раз, два, три, четыре, пять. И последняя петелечка. Я уберу маркер, чтобы не мешал. Он уже не очень нужен. Последняя прибавочка. И смотрите, нам остался седьмой ряд, последний. Нет, предпоследний. Седьмой ряд. Сейчас мы вяжем также не совсем обычно. Мы провяжем сейчас 3 столбика без накида. Раз, два, три. Прибавку сделаем. Сделаем прибавочку. После чего провяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и прибавка у нас идет. Так, и еще раз повторяем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прибавочка. Раз, два и три столбика без накида. Заканчиваем просто 3 столбиками для симметрии.
нашего ушка перевешиваем. И нам остается один единственный провязать рядок. Мы вяжем его просто по кругу, без всяких изменений. Просто вяжем по кругу. И вот я довязала до конца ряда. Всю ниточку обрезаю, оставляю довольно-таки длинненькую такую вот ниточку, чтобы мне хватило на то, чтобы пришить мое ушко. Вот эту центральную ниточку я обрежу. Вот, видите? То есть у нас одна стеночка получилась длиннее, и она пойдет вовне. Это будет внешняя стеночка. Вот она более длинная. А внутренняя стеночка уха будет более короткой, благодаря чему ушко будет хорошо сидеть на голове. И по аналогии я уже связала второе ушко, вот оно у меня. Оно другого цвета. А вот наша голова. И я буду приблизительно вот так вот на голове эти ушки крепить. Вот так будет одно, и вот тут вот у меня будет второе ярким акцентом. Такой вот будет белый бим, черное ухо. Только у меня будет зеленый котенок с ярко-розовым ухом. Вот так вот. Но собирать мы будем попозже. Сейчас мы пока все это откладываем. И у нас еще остался хвостик.